знаю об этом заявлении, и я никогда стараюсь никого не комментировать. Потом. А все-таки Захарину на презентации даже было уделено много внимания, и много говорят о том, что это наше все буквально. Что вы скажете по поводу этого спортсмена, насколько важно преподавание? Отвечайте, пожалуйста, Захарин, конечно, очень молодец. Это молодой парень, это наша надежда. Но, знаете, из своего прошлого, бывший спортсмен и вагонщик, никогда не надо оказывать большое давление, большую надежду. Надо все-таки, чтобы он развивался в таком свободном плавании, безусловно, со своим желанием, со своей мотивацией. Мы надеемся, что это будет гонщик, который действительно, то, что я раньше говорил, после небольшого такого провала у нас началось возрождение. Молодые гонщики, прежде всего, имел в виду, начали показывать результаты. Поэтому это наша надежда. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы нашли время и приехали.